К проблеме безнадзорных животных вновь вернулось самарское сообщество. Вариант решения предлагали общественники, ветеринары, защитники животных и собаководы. Среди них и сотрудник телеканала «Самара ГИС», кинолог, ведущий передачи «Хочу домой» Виталий Рылеев. Ежедневно он пристраивает найденных на улицах города животных в добрые руки. Однако решить проблему глобально, отмечает Виталий, можно только убрав с улиц города прекрасную половину четвероногих, то есть самок. В каждом районе должна быть мобильная группа из 2-3 человек, которая будет реагировать моментально на звонки людей с этого района, именно с этого района. Вот, и бригада будет выезжать именно отлавливать тех собак. Эту штуку просто надо изымать и вот из этой стаи. Все. Тогда мы практически будем, ну, уже приблизимся хотя бы на шаг к тому, чтобы решить эту проблему. Сейчас городских собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют. И в том случае, если животное не агрессивно, его снова выпускают на волю. Если, по мнению кинологов, собака представляет опасность для людей, она навсегда остается в приюте или до передачи новым владельцам. За круглым столом специалистами профильного департамента и ведомств было предложено дополнительно несколько вариантов решения проблемы. Среди них чипирование и стерилизация. Причем подобные процедуры нужно проводить не только уличным собакам, но и домашним, если владельцы не занимаются разведением породы. Мы создали рабочую группу, которая на следующей неделе выработает предложение и для города, и для области. Возможно, и предложение по изменению в федеральном законодательстве, для того, чтобы мы могли спокойно выходить на улицы. Все прозвучавшие в ходе обсуждения предложения будут обобщены и наиболее интересные впоследствии реализованы. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.